Ну? Берите кубы, принимаем. Я Чудрый спорт. Кубки вверх. Ролерейд «Золото Кагана» 2012. Поздравляю вас, победители и призера гонки. Спасибо. Спасибо вам огромное. Самые быстрые, самые смелые. Спасибо большое вам за вашу скорость. Пожалуйста, поднимите кубки. Фотография на память. Спасибо. Чагин! Чагин, к стене, пожалуйста. Имеешь полное основание. Иди сюда. К стене, туда. К команде к своей. Владимир, можно вас тоже пригласить на сцену? Ну, вместе с командой, вместе с командой. Я смотрю на ребят, приятные для меня воспоминания. Даже какая-то зависть, что вот вы в строю, вы едете для тех, кто наше поколение и молодое, которое только начинает, вы видите новые лица, новые фамилии. Также было приятно увидеть новые имена в чемпионате. Я гонку смотрел со стороны, и для меня было большим удивлением. Смотрю, мчится джип. Стиль быстрый, ну, прям Петранцель. Кто? И действительно новое поколение чемпионата насыщается, наполняется новыми, серьезными, талантливыми пилотами. Это хорошо, что существует преемственность нашего чемпионата России по ралли-рейдам. Это значит, он нужен, он необходим не только пилотам, но и болельщикам. Какой интерес к этой гонке. И хотелось бы, чтобы это все продолжалось. Чтобы никак не угасало, потому что держится все на одном энтузиазме. Спасибо большое вам. Вы молодцы, вы поддерживаете все, что необходимо для этого делаете. Да, бывают огрехи, неточности, но мы, участники, стараемся вам в этом помогать и относимся с пониманием. Огромное спасибо всем, кто болеет за нас, именно за наш чемпионат России. Да, у нас нет дорог, но у нас классные бездорожья. Кубки, кубки! Кубки кверху! Мы постараемся сделать так, чтобы команда КамАЗ-Мастер приезжала на этапы чемпионата России и получала удовольствие, и набиралась опыта, и радовала своих зрителей, поклонников.